Его придумал русский физик Леонид Карамзин в 1919 году. Это первый инструмент, единственный в мире, которому, не прикасаясь, можно извлекать звуки. Если кто-то есть в зале, кто занимался физикой, я думаю, что вы знаете, две антенны, одна работает наверх, на выше и ниже, другая работает на тише, громче. Если операторы есть, они поймут лучше. Когда свистит микрофон, это примерно на том свисте я сейчас играл. А мы сейчас просто еще. Если вы слышите в церкви, что светит микрофон, это оператор играет на этом инструменте, это не микрофон. Ну, попробуй еще раз сыграть. После любой музыки. А ну, друзья, тише, пожалуйста, тише.